Психологи прогнозували, що війна пробудить в українцях не лише посттравматичний синдром, а й творчі процеси. Наш гість і режисер, і госпітальєр-доброволець. Євген Титаренко повернувся з зони АТО з документальним матеріалом, який годиться на унікальне кіно. Є вже й назва «Війна для миру». В яких умовах Женя знімав і що тепер треба, щоб кіно відбулося, зараз і будемо говорити. Євген Титаренко, позивний режисер. Женя, приветствую в нашей студии. Ну, наверное, для того, чтобы предметным был разговор, предлагаю вместе с нашими телезрителями посмотреть трейлер. Да, да, трейлер, все верно. Давайте посмотрим, конечно. То есть это трейлер фильма «War for Peace». Это документальный фильм о добровольцах и о людях, и что им приходится пережить во время войны. Смотрим. Товарищи с блокпоста, здравствуйте! Сегодня замечательная погода, хоть и идет дождь, но в наших сердцах сохраняется любовь и радость. Меня зовут Евгений Титаренко, и я режиссер фильма «War for Peace». Поэтому, госпитальеры, приветствуют вас! Хорошего вам дня и настроения! И вот такая защитная музычка для поднятия тонуса! Обычные ценности, о добре, о зле, о жизни и смерти, о том, как ты можешь все изменить за одну минуту. Ёб твою мать! Здесь машины не ставите, сказали, что это зона тоже. Это везет чуть-чуть дальше, вот до следующего входа. Блядь, рядом ложится. У тебя есть задача, ты должен пробежать с точки А в точку Б и забрать оттуда раненых. А при этом ведется минометный обстрел, плюс стреляют со стрелкового оружия. Так, сзади нас. Осколки летят со всех сторон, и земля сверху такими клубами. Это кидает. Ты на секундочку замираешь за сараем. Вот черт, как же страшно! Ну, ровно секундочки, страх проходит, и ты бежишь дальше. Давай туда. Забежи, забежи, самый дальний край, можешь попробовать? Потому что ты знаешь, что ты хочешь жить, и у тебя есть поставленная задача, что тебе нужно спасти людей. Глухой! Глухой! Ну вот мы посмотрели, и до сих пор не верится, что это происходит в Украине в 21 веке. Это происходит с нами, то есть с украинцами, и украинцы погибают. Ну, мы сейчас живем в такое время, которое называется, можно назвать, подменой реальности. То есть каждый трактует историю и происходящее, как ему выгодно, как ему интересно. Каждый преследует свою точку зрения какую-то, кто-то корыстные цели. Для этого и создавался этот фильм. То есть каждый знает, человек, что война – это плохо, ничего хорошего в войне нет. И в 21 веке, как вы говорите, действительно можно решать вопросы ну, с помощью полемики, собственно, с помощью бесед, с помощью разговоров и прихода к какому-то консенсусу. Вот. Фильм как раз показывает наши украинские реалии, вот, то, в чем мы живем, с чем приходится сталкиваться. Он не построен на... Я сразу отказался от подачи, что вот война, это очень плохо, это и так понятно. То есть война у меня проходит через персонажей, через людей, которые по воле случая оказались на войне, и они меняются. То есть я снимал фильм про добровольцев, и кто-то бывший директор предприятия, кто-то менеджер, кто-то техник, кто-то экономист. И, собственно, люди сплотились и начали что-то менять, потому что ну, надо начинать с себя. В первую очередь. И что-то таким образом происходит. И, собственно, этот фильм о том, как меняются люди во время войны. То есть я снимал ровно год, вот это 12 месяцев. Я снимал фактически везде. Это Пески, шахта Бутовка, станица Луганская, Водина, Опытная, Широкина. Вот. И ну, накопилось 120 часов материала отснятого. И, собственно, вот с этого получается фильм. Если говорить об этих 120...
часах отснятого материала. Там очень много героев, которых уже, к сожалению, нет. Да, многих, к сожалению, кто участвует в этом фильме, участвовал, их нет, и они останутся в истории. Ну, то есть нам есть что рассказать, мы живем в 21 веке, и информация, которая снимается непосредственно на фронте, это и есть, ну, это и есть история. То есть этим мы сможем оперировать перед мировой общественностью, мы сможем показывать, мы сможем рассказывать истории, как происходит на самом деле, с чем приходится сталкиваться. Потому что каждый человек, собственно, он закрывается в своем мирке и представляет себя по-своему. То есть каждый, опираясь на свои знания, начинает чем-то оперировать и представлять, делать выводы из каких-либо ситуаций. Ну, то есть фильм делается для того, чтобы открыть людям глаза, открыть новые горизонты и показать им, что же происходит, что же это такое. То есть, что в 21 веке немыслимо допускать военные конфликты. 5 суток отснятого рабочего материала. Сколько в конечном результате увидит зритель? 1:28. То есть я вижу из этого два проекта. Первый — это прокатное документальное кино. И второй — это уже телеверсия. То есть, потому что, ну, материал позволяет более расширить, сделать более расширенную версию и рассказать историю в полном, так сказать, ключе. Безусловно, документальное кино значительно отличается от кино художественного, но на главное это цель этого фильма. Вот для себя ты изначально, когда ехал, да. Документальное кино, когда ты снимаешь постановочное, то есть это мой первый документальный проект. До этого я занимался постановочным кино. У тебя есть свет, у тебя есть штатив, актеры, несколько дублей. Здесь у тебя нет возможности что-то перезаписать. То есть, а даже если она есть, то это уже не документалистика. То есть эмоции, они выдаются один раз людьми, которые не всегда есть удается даже до конца отснять кино. Безусловно. То есть, если мы возьмем вообще украинское кинопроизводство, когда выделяется какое-то обширное количество финансов, и с этого снимают 20% фильма и говорят, что им не хватает бюджета. То есть, этот фильм я снял полностью без бюджета. Это, собственно, благодаря друзьям, благодаря волонтерам. Он снимался, он монтируется. То есть, и это все... Вы знаете, 21 век как раз принес нам новое движение. То есть люди идейные появились. Люди понимают, раньше же как было. Все упиралось в количество бабла. То есть сейчас же мы живем в совершенно другое время. Сейчас у нас есть идея. Если есть идея, вот появляется интересный... Если говоря о идее, с какой идеей ехал на Буремный Схит? Я не мог быть безучастным. То есть я понимал сразу, что... Ну, то есть изначально, если я пойду в Збройные силы Украины... Наверное, там и останусь, собственно. Вот, я опирался на то, что я уже умею, на те познания, которые я приобрел в жизни, и я понял, что я могу что-то внести, то есть я могу чем-то помочь, и что-то, так сказать, мои знания не останутся безучастными, я смогу приложить их и что-то с этого сделать, что-то создать. Почему выбрал «Госпитальеров»? Я сперва поехал как журналист, документалист. Я объездил Луганскую область и попал... в Донецкую, попал в Пески. Вот. И там я познакомился с Яной Зинкевич, это командир батальона госпитальера. И она меня вдохновила, впечатлила. И я понял, что, вот, собственно, с этим человеком мне интересно работать. То есть этому человеку я доверяю. И это не Збройные силы Украины, когда... То есть здесь все прозрачно. Вот командир, ты можешь с ним побеседовать. Вот, во-первых, это девочка, молодая девочка, которая вдохновляет. Вот так оно и произошло. То есть это была позиция «Мост», есть такая возле Песок. И мы уже были, 2 суток мы пробыли на Песках, и мы выехали до моста, там более-менее спокойно. И тут подъезжает пикапчик, вот, оттуда выходят люди в камуфляже, и выходит, собственно, человек, я понимаю, что это командир, я еще не понимаю, что это девочка, вот, такая метр 65, наверное, собственно. И я смотрю, он такой, оп, каску снимает, баф, разматывает шарфик, и смотрю, это девочка. Ну, вот. И мы с ней разобщались, собственно, и я так понял, и что... Так и познакомились. Да, так и познакомились, и вот с того момента... и вот на следующий день как раз была эвакуация с аэропорта. Вот, я в ней участвовал, и вот в день эвакуации на бэхах вывозили с аэропорта раненых, я понял, что... То есть это тот батальон. То есть это то место, где я хочу быть. Госпожа Зинкевич в четверг обещает быть в Днепропетровске. Возможно, окажется в этой студии тоже. По крайней мере, мы этого очень хотим. Итак, риторичный вопрос, но все-таки. Вот насколько для себя внутренне опасно или безопасно было снимать? Понятно, что и тебя берегли, безусловно, как человека, который должен это все запечатлеть. Ну, все-таки. Не было такой задачи, что кто-то кому-то что-то должен, то есть, или запечатлеть. Я точно так же был членом группы.
У меня точно так же есть навыки парамедицины. Я, ну, случались такие моменты, когда я просто оставлял камеру и начинал заниматься непосредственно медицинской помощью. То есть разделял все-таки эти вещи. Вот. Но, конечно, когда ты с камерой в руках, у тебя, ну, где-то подсознательно, в принципе, ты где-то в другом месте. То есть ты отдаешь себе отчет, какие могут быть последствия, но все-таки, собственно, экранчик, и ты как-то вроде отдаляешься от этого. Насколько в процентном содержании готов фильм, и что нужно для того, чтобы зритель его увидел, и когда это может произойти? На данном этапе мы занимаемся привлечением инвестиций. То есть мы сейчас работаем в двух направлениях. Это украинский спільнокошт, Big Idea, мы выставляем проект там, и независимые инвестиции, то есть от частных лиц. Вот занимаемся сейчас как раз поиском бюджета на финальный монтаж. То есть фильм фактически на финальной стадии, осталось сделать цветокоррекцию, осталось все свести, титры, работа со звуком. Вот, то есть по хронометражу он уже готов, это 1:28, то есть это уже готовый фильм. Ну вот, и как он готов, мы едем на европейские фестивали. То есть в Украине я не планирую его первоначально презентовать. То есть есть несколько причин. Во-первых, многие фестивали работают по принципу, если этот фильм показывался в твоей стране, если этот фильм показывался где-то до этого, да, то, ну, собственно, намного лучше это вести сразу в Европу и показывать это европейскому зрителю. То есть и целевая аудитория — это, безусловно, Европа, потому что, ну, 21 век — это мир информации, и, ну, нужно показывать миру, что у нас происходит и в каком ключе вообще антитеррористическая операция проходит. Последний вопрос. В одном из своих интервью ты, по-моему, сказал, что если будет четвертая мировая война, то лучше, если бы это происходило так. Выходит президент одной страны, второй страны, да, в трусах, там, в майках берут биты и между собой выясняют отношения. Совершенно верно. Почему именно такая философия? Ну, потому что мы давно пришли к этому. То есть у нас подмена истин. У нас, прикрываясь какими-то патриотическими лозунгами, морочит голову людям. То есть на самом деле все происходит на экономическом уровне. Вот. Всегда замешаны финансы, то есть финансы и какие-то интересы. Среднестатистический человек от этого конфликта ничего не выигрывает. То есть страдает бюджет, страдает экономика. Многие вещи можно решать, мы же цивилизованные люди на самом деле. То есть, и если кто-то затевает какой-то военный конфликт, они могут решить это вдвоем. Вот пусть они выйдут, собственно, тут одна страна, тут другая, мы будем смотреть это по телевизору в прямом эфире, как футбол, и вот два президента будут друг друга бить палками, я не знаю, собственно, и вот мы поймем, кто побеждает. То есть это максимальная война, которую может позволить наш мир, вот, потому что с тем количеством ядерного оружия, с тем количеством вооружения. То есть, если Первая мировая война — это был один уровень, то мы постепенно-постепенно совершенствуем вооружение. И то есть оно становится мощнее, становится смертоносней. И то есть мы идем просто в никуда. Вот. Если мир не поменяет свои взгляды, то на этом и будет конец нашей цивилизации. Ну, будем надеяться, что мир поменяет свои взгляды и наступит мир. Конечно. Для начала у нас з тобою в Україні. Дякую, що знайшов змогу і завітав до нас. Но нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був Євген Титаренко, позивний режисер, який відзняв дуже цікаве документальне кіно, про яке, мабуть, найближчим часом будемо і дивитися, і пишатися.